Христианские притчи. Наследие святых отцов. Лесной лекарь. Шел по лесу старый лесник. Шел, чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак, сплошные болезни и скорби. Хотел было уже обратиться к Богу и спросить, за что он его так? Да вдруг видит дятел на дереве. Сидит, стучит своим острым клювом по стволу, только дробь на весь лес идет. «Слушай», — взмолилось дерево, — «больно ведь, хватит! Если я улечу, — возразил дятел, — то тебя источат личинки, которых я вынимаю, и ты погибнешь». «Так что уж потерпи, я ведь тебя лечу!» Услышал это лесник, улыбнулся и не стал обращаться к Богу с вопросом, почему ему так больно живется. За что, он и сам знал. За грехи. А для чего, только теперь понял. Для его же блага.